И снова-снова я пришла через аромат к моему любимому парфюмеру Анне Флипо. Почти все, во что я влюбляюсь, открываю информацию и вижу, аромат был создан ее командой. Итак, привет, новенький аромат в белом флаконе. Финики, турецкая роза, ладан, ут и ваниль. Прям в лучших традициях нишевой парфюмерии. Это древесно-восточный, чувственный, теплый аромат с сочетанием сладких и горьких аккордов. Van Cleef & Arpels, Oud Blanc. Аромат-то начинается гурманскими верхними нотами лимона и фиников. В сердце скрываются цветочные, смоленистые ноты турецкой розы, кедра, ладана, а в базе аромат переходит в глубокие пряные и ноты мускуса, ванили и уда. Я нанесла его себе на пальто, и он уже там держится целую неделю. Ну до чего красивый для холодного периода. Интересно, вам тоже хочется укутаться в аромат, уткнуться носом, когда приходит осенняя хандра? Напишите мне об этом. Аромат можно смело отнести к теме «Парфюм на двоих». Единственное, что большую часть наших отечественных мужчин будет смущать его сладость. И мне кажется, это тема парфюмерных стереотипов. И что поделаешь, что у 80% наших мужчин выбор идет в пользу свежего аромата, который должен быть в коллекции. Но вернемся к флакону, который порадует всех любителей этого бренда. Я поклонница линейки Collection Extraordinaire, и сухая сладкая пудра этого аромата меня просто свела с ума.